Всех приветствуем. Ну что, самое время наконец-таки начать двигаться к финалу. У нас последний квест на краю пропасти. Что, с тобой надо поговорить? Нет, все, может сразу идти туда, в большую пещеру. Воронин поручил мне проверить, как прошел захват лейтенантов-северян в их временном укрытии, в большой пещере за городом. После этого меня наконец-таки допустят к Рельсотрону. Нужно выполнить все обязательства в городе, чтобы его можно было покинуть с чистой душой. Ну, вроде как, все, что надо, мы выполнили. Напокупали всего и вся. Так, а у меня все покачаны, раскачаны? А, нет, видите, я сам не качнулся, интересно. Так, что я хочу? Пистолетов больше не хочу, я и так тут раздаю налево и направо. Выживание 200 возьму. Что еще, что еще? Ну, скрытность можно там накинуть. Два сюда, два сюда. Умение. Каждая последующая пуля в очереди из ПП, попавшая в одного и того же противника, дает плюс один шанс к шансу на крит. Снижает разброс. Да без разницы. По сути-то. Что тебе возьмем? Да я, наверное, все ремесло закину. А тебе в первую помощь. 4 очка. Так. Взять, чтобы взять. Ну, только если реально что-нибудь из этого. Не то, чтобы нам сильно надо. Так, гексоген. Тут все взято. Ну, вот тут можно. Гарантированный крит. Отлично, мне это надо. Заберем все нужные нам патроны, пока в большую пещеру идем. Всякие чаи, кофеи тоже возьмем. Нет, это не здесь у нас живет. Ага, кофе-то у меня закончился, судя по всему, да.
Еще даже пиво у меня там есть. Ничего себе. Довоенный коньяк, водка, пиво аж 3 штуки, так что одну можно убрать, чтобы лишнего не таскать. Так, кофе 4 возьмем, чая у меня есть с собой, но один можно взять. Арбузные настойки 3. Ну все, мне хватит точно. Так, вам патроны. Ну тебе прям дофига точно не надо. Парабеллума хватит. Тоже скипаем. Ну, под шрапнель я, наверное, возьму с собой все-таки эту штуку. А что это я перегружен, интересно? Чего я такого с собой ношу, из-за чего я могу быть перегружен? А, патронов дофига. Угу. Ну да. Так, а винтовка М16 у меня... есть в коллекции. Я, конечно, понимаю, что смысла уже нет дальше что-то коллекционировать. Нету в коллекции. Один АПК можно тоже туда закинуть. Да, все в коллекцию. Тебя в коллекцию. В коллекцию. Так, ну, наверное, вот эти говёные можно сразу тоже скипнуть. 20-35. Говёные тоже скипаем. Такие есть, такие есть. Угу. Не думаю, что я, конечно, в рукопашный бой полезу в ближайшее время. Вон у меня сколько всего. Мало ли, пригодится. Так, шлем, наверное, все-таки не буду этот использовать, он там объективно мало полезен. Четыре рука сопротивления, урону 15. Максимальный урон в ближнем бою повышает. Но это все-таки получше будет, я с ней останусь. Вот это у меня же есть тут уже, да, одна есть. Так что в сундук для продажи пойдет. Ну, в сейф для продажи. Отлично, зубы туда же. Так, хавчик оставляем, нам пригодится, будем есть. Оставляем, оставляем. Ну, самогон... Ага, самогона у меня не было. Ничего себе. Четыре обезболивающих. Ну пусть лежат, мало ли пригодится. О, он немного места занимает. Так, гексогену 7 отдаем. Он нас за медицину отвечает. И я все еще перегружен. О, сука.
Спасите от перегруза. Ну вот, все, он с лопатой будет. Хотя, дай-ка мне ее лучше все-таки. Ой, все нажал, кроме того, что нужно. Так, так, так. Ну, вроде как все. Вроде как все. Во все орудия, как говорится. А рации, куда я эти памятные складываю? Угу, сюда. Наверное, алкашку все-таки придется выложить частично. Но я подумаю еще. Что там патроны рано или поздно отстреляются. И тогда заживем. Все, одну бутылку водки ему отдали. Можем теперь идти в бой и спокойно отстреливать патроны. Минут на подготовку. Нормально, в принципе. Пошли в жопу. Мне с вами уже не по пути. Я вот всех как котят разделываю. Так, здесь пьем чай, кофе. Напились. Можно и уходить отсюда. Сделаем отдельное сохранение еще. Так, а этого я все обшмонал здесь. Странно бы, если, конечно, бы не обшмонал. Так, и что, вот они хотят сказать, сюда бы пришли. Ну-ка, что у нас тут? Что без брони все? Так, что-то искра с опасной пушкой ходит очень. После пары шагов в подушной пещере в спертом воздухе, который до сих пор витает запах пороха и свежей крови, судьба посланных сюда агентов Воронина перестает быть для вас загадкой. Их изрешеченные пулями тела устилают неровный пол мрачного грота. Ну что, жить будет? Был ухо, да весь вышел. Че мне? А. Продвинувшись еще немного вглубь, вы начинаете различать в полумраке тела северных боевиков, павших в сражении. А затем ошарашиваете своим появлением группу выживших уголовников. Победившие ТСБ за счет ныне утраченного численного преимущества, бандиты пытаются наспех залезать раны. Ты веди нас отсюда, пугач, веди. Кто знает, сколько еще таких отрядов с нами пошлют. Нельзя тут торчать после такого-то. О, пугач. Жмуров сначала обшмонайте, балбесы. Не пропадать же добром. Потом в степь отойдем. Заляжем, пока Сема подкрепление не отрядит. Резко поворачивается к вам. О, пшухер, братва, у нас тут еще один. Спокуха, я своим, не ваш человек шифровку передал, вот и я и тут.
Ну, я что так, наверное, через общение, через харизму там с ними смогу поговорить. Давайте харизмой кастанем. Ну ты, млян, нашел время, бродяга. Мы же тебя пристрелить могли. Но шифровка многое меняет. И кто за тебя поручил? Самолюта, Спиридон или, может, Данишпунт? Малюта, это был Малюта. Интересно, девки пляшут. Малюта и правда мог. Причем только по очень хорошему поводу. Что скажете, братва? Штурм Трудограда, если еще не начался, то скоро начнется. То может пригодится нам Гаврик? Пригодится, ты его проверь, пугач. Точно, чую я, что третий ярус Трудограда пацанам без содействия не сломить. Вот тут-то ты нам и пригодишься. И что мне предстоит сделать? Товарищ СК решительно дергает вас за рукав и обращается к вам громким шепотом. Товарищ, если ты задумал присоединиться к этой бандитской вольнице, наши пути разойдутся. За время, проведенное с тобой, научилась уважать тот факт, что у тебя в городе своя цель, и даже старалась тебе с ней помочь. Но такая смена приоритетов — это слишком. Если этот человек говорит правду, то я должна помочь своим товарищам в обороне города от тех, кто не пощадит ни богачей, ни бедняков. Ну так вали отсюда, куколка. Че малину портишь? Мы тебя даже не тронем, чтоб нашего нового дружбана не обидеть. Блин, Искра, ты весь отвлекающий маневр запорола своей подозрительностью. Конечно, я не хотел перейти на их сторону. Я выжидал удобное время для атаки. Если ты настаиваешь, то можем и кокнуть тебя, фрейрок. Заволыны. Использовать рельеф пещеры, чтобы получить инициативу в бою. Выживание, рукопашный бой и ловкость, офигеть. Зажмуриться и надеяться, что леди Фортно спасет вас от неизбежного на первый взгляд сражения. Ну-ка. Охуеть. Действуя как тщательно смазанная машина, вы делаете вид, что хотите наброситься на одного из бандитов. Тот отшатывается и падает, угодив ногой выбоину в каменистой породе, которую вы приметили с самого начала своего маневра. Паникуя, падающий боец давит на курок, цепляет одного из своих дружков и секунду погодя умирает, размозжив затылок о камни. Вы тем временем валите еще одного уголовника умелым Майагири. И с ухмылкой наблюдаете, как он приземляется виском на едва заметный сталагмит. Ах ты гад! Макрим фраера. Классно. Удачи. Ой. Не понял, а где... Это что ли? Что-то просто не узнаю место. Ну да, оно, действительно. Блин, я забыл у Искры оружие поменять. Так, стоп, ребята, не так быстро, я просто хочу обсудить кое-что. Глава выживших членов северной шайки скалится с раздражением, но, заметив неуверенность своих чумазых подчиненных, умеряет пыл. А что нам обсуждать? Дело-то уже в шляпе. Пока ты спешил присоединиться к своим усопшим товарищам, Трудограду твоему уж у все, хандец наступил. Ага, и то же самое. Я пришел предложить свои услуги северной армии. Я их знать не знаю. Так, ну ладно, как это понимать? Я бугор отряда диверсантов. Подо мной вся операция по подготовке этих земель к вторжению. И я уже подал сигнал главной армии на начало атаки на город. Штурм, если еще не начался, то скоро начнется. Все как Сема Воронок на малой сходке завещал. Драться нам не к спеху, уважаемый. Так что давай, может, разойдемся, как в море корабли. А кто руководит атакой?
Много кто руководит. Сёма Воронок послал сюда своих лучших людей. Хватит уже этому полудохлому городишке шиковать. Пора и с голодающими поделиться. Ничего, вот с ними можно просто так разойтись. Рвем когти. Передохнем слегонца и в город за наживой. Его к тому моменту уже возьмут, наверное. Неужто они и правда осмелятся напасть? Проводить отступающих диверсантов взглядом и поспешить в Трудоград. И даю очередь в спин. Но давайте все-таки, да, поредим их, раз я к ним присоединяться не планирую. Так. О, это, кстати, та медаль, которую мне дали. Так. У тебя мы опасную игрушку забираем. Ну, Ксогена будет лежать, чтобы у тебя не было соблазна ее использовать. Мы делаем все то же самое. Вот и все. Теперь по нашим пройдемся, товарищам павшим. Вон, ТСБшники мертвые тут лежат. Ну, что-то они, конечно, с такой говной ходят. Ну ладно, у этого хотя бы сайга была. Еще этот с косяком пришел, зато без оружия. Так, сюда никто не залез. Ну, отлично, тогда уходим отсюда. Нечего больше делать. Ваша рация оживает. Кто-то хочет с вами выйти на связь. Вздохнув, вы достаете наушник. Прием, это Радиц Щукин. Что у вас там происходит? Мы улавливаем какое-то движение у границ города. Как я понимаю, северяне пошли в атаку на Трудоград. У нас тут тоже так решили. А что с Рельсотроном? Доступ вроде как получен, он должен быть в бункере под городом. Ну, хоть одна хорошая новость. Руководство выдает тебе новый приказ. Немедленно отправляйся к местоположению Рельсотрона и ожидай нашего прибытия. Мы найдем вас по сигналу от выданной тебе электронной системы. Сдача ясна? Да. Отлично, до встречи на базе. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Со стороны Трудограда слышится выстрел. Мне нужно поторопиться.
Ого. Что-то быстро они тут нарулили делов-то. Вот дела. Я задел одного, успел. Так, и чё? Дайте я их всех порешу, пустите. Let me in. Я их всех замочу. Ух, бля. Ничего, они жирно как лупят. Но мы их хорошо в атаку взяли. О, это что за интеллигент у них там? Ну, вряд ли я, конечно, что-то с них подбирать буду, но мало ли что-то полезное найду. Картошку заберу, кстати. Мы сейчас с нее похилимся все дружно. Даже танки. Интересно, с чьей стороны они? Нет, эту жральню сломали. Черт. Волк. А что, святое, зубы не поднял? Того подняла, с этого нет. Не знаю, нахер мне эти зубы. Хорошо, хорошо, мы им трёпку задали. Ну да.
с кем тут поговорить. Блин, ну за сломанную жральню, конечно, очень обидно. А там вообще ничего не видно. Стрелял все патроны. Палатки тоже не видно. О, они прям штурмом шли. На колючку лезли. Добро пожаловать в ад. Так, в трактир. Короче, да, надо методично... О, эндшпиль получаем квест. Поставим тут эту жральню. Посмотрим, что происходит. Так, кто у нас переносчик мяса? Все захилились. Там наемники с одной стороны. Так, ржавому порталу, судя по всему, пизда пришла. Так, давайте поможем. Это что это за хуйрыги? Это все эти, просто они какие-то странные. А вы что все в рукопашку-то деретесь? Ой, тут совсем какой-то опасный. Ну, вы с палками-то тут вряд ли что-то каких-то дел серьезных наделаете. Отдам ему банку. В такой забавной позе он погиб. О, солярка. Отлично. Окружили его толпой. Неплохо, но экспы дают зато почти по косарю. Я думаю, мы тут пока гуляем-то уровень-то получим. Надо посмотреть, правда, сколько осталось. Так, и мы квест получили. Эндшпиль называется. А квест, который... на краю пропасти, он у нас выполнен. Что надо тоже себе отметить.
дряни валяются дохлые. Со всяким ржавым говном на руках. Наемники, да? А, нет. Дом завален тоже. Не пройти. Ой, а у меня патронов-то и нету. Ну-ка, подождите, давайте не будем допускать такую фатальную ошибку. Одного сразу спилило. Возьму-ка я в руки, может, все-таки один коктейльчик зажигательный. Ну как, парочку возьму. Эта сила мне сейчас позволяет повыделываться. Даже убили. Ну, в бункере закрылись. Можем попасть, интересно? Да, можем. А почему тогда в ржавый квартал нас не пустили? Интересно. Делаем, как нефиг делать.
Их там что-то уже повалить даже успели. О, а что мину? Куда у тараканики решили? Да, они что-то легко, я думаю, с ними разделаются. Все. Так, а искра у нас уже хавала пряник. Заградили, там все заградили. О, ящик пустой тоже. Пушки-то неплохие-то даже на самом-то деле. Но что-то они с ними ничего толком сделать нормально не могут. Тоже дохлые северяне. Ящик пустой, а. Лодку нашу потопили. Чемоданы какие-то тут. Цеп пустой. Ну да, сильно не стали запариваться за переработку локаций. Ровно наполовину их порезали. Вот, повешено еще даже есть, ничего себе. Перегружен уже. Интересно, почему? Чё я такого взял с собой? А, у меня действие одного из напитков, наверное, закончилось. Выносливость. Да, действие кофе закончилось. Больше некуда идти. Не-не-не, давай вот так, чтобы не гулять лишнего. Мы сейчас в городе снова там поставим свой кофейный кофеприемник. А то мы так далеко не уйдем. Однако все горит даже. Кофе у нас закончился, к огромному сожалению. А что у нас вообще в эндшпиле написано? На Трудоград началась атака северян, но это не отменяет моего главного задания. Сейчас самое время, чтобы наконец-таки спуститься в недра завода Инвертор и отыскать рельсы от трона. Неужели у нас рядом вот эта фигня находится? Офигеть, поверить не могу. Че по ХП?
Все фулл похилены, хорошо. Делает. В этих тоже можно кинуть коктейльчиком. Так, 4 очка. То есть я на 5 могу сходить где-то. Доедаю все на ходу. А в кого они стреляют? Ну ладно. Этого еще можно осмотреть. А, вот тут аж двое. Ничего интересного, можно смело скипать. Сразу на КПП уже можно идти. Так, на улице города не утихает бой. Вы заглядываете за очередной угол и становитесь свидетелем битвы между защитниками города и северными налетчиками. Стоит ли вмешиваться? Да. Опыт хороший дают. Сейчас кончит, дурак. Ну и следующим ходом я, наверное, всех порешу просто и все. Ого.
слабовато, конечно. Так. Раньше на броне у нее аватар был, а сейчас она просто моськи свои торгует. Так, и что, вот я зашел, и это все? О! А, это же, типа, да, точно, это так, мимоходом. Здоровые уже. Кофейный раш. Чайный раш у нас закончился, да? Все, весь чай мы выпили. На удивление вообще в лед идет. Уже предвкушаю, как я туда кидаю коктейль Молотова. Ты че? Молодец, искра. О, они тоже своих лечить умеют. Даже искали жачего добило.
радисты там забаррикадировались. Мётчик. Ну, парабеллум для искры. Что я выпил, а что-то даже не посмотрел. Я промахнулся, просто вообще не туда нажал. Надеюсь, там вода какая-нибудь была. Ну, вроде как да. С собой. Фух. Ну, на самом деле, мне уже пора заканчивать, так что давайте продолжим уже в следующей серии. Всех благодарю за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.